эксцентриссимо. Якутский чиновник заказал драгоценный чехол для айфона. 110 граммов золота с алмазами, естественно, с чем еще. Местная ювелирная компания взяла за работу 500 000 рублей. Сообщают, что это подарок для супруги госслужащего, имя которого мы вряд ли когда узнаем. Такой сказочный домик может обрести еще один айфон. Есть второй экземпляр дорогого чехла, его продают в Первопрестольной. А для россиян поскромнее готовят несколько серебряных копий. Чиновники вообще любят делать хорошие подарки, особенно самим себе. Центр хозобеспечения управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу перед Новым годом потратил 8,5 миллионов рублей. Полицейский Дед Мороз разжился фигурками из бивней мамонта, сувенирными бочками с нефтью и позолоченными объемными картами региона. А правительство Свердловской области купило целое стадо бронзовых баранов, 68 штук по 6 тысяч рублей. Напоследок, в 2015-м уже налоги россиян на такое не потратишь. Эксцентриссимо.